эксцентриссимо. Богатые люди любят бросать себе вызов. Без соревнования с самими собой они бы не достигли успехов и не купались бы в роскоши. Да и размышления о том, что будет в самом худшем случае, только закаляют. В Хельсинки есть отель, где можно почувствовать себя заключенным. Гостиницу открыли в здании бывшей тюрьмы на полуострове Катаянока, в центре города, рядом с православным храмом. Красивое старое здание уже 15 лет принимает посетителей без путевки из зала суда. Тюремный колорит особенно чувствуется в коридорах. Все крайне аскетично, а стены украшают решетки, которыми раньше отгораживали камеры. Спать постояльцы могут во вполне комфортных и светлых комнатах, но некоторые наказания все же для них предусмотрено. Например, слабенький Wi-Fi и простенький завтрак, несмотря на наличие 4 звезд. Для остроты ощущений можно купить на ресепшене ночную сорочку в полосочку. Как ни странно, нравится отдыхать в тюремных стенах не только одиноким мыслителям. На сайтах с отзывами туристов высокие оценки финскому отелю ставят и парочки. На парковке, которая раньше была местом выгула заключенных, большинство машин из России. То ли бизнесмены вспоминают лихие годы, то ли либералы к ним готовятся. Эксцентриссимо.